Привет, привет. Извините. Кепські справи, проект про гурти, які є учасниками на фестивалі Vertuha Arts Fest. Сьогодні ми говоримо з гуртом The Edge. Чуваки, представтесь, там помахайте рукою. Да, ми група The Edge. Во. Я Богдан, це Вова, Макс, Ксенія. Так, і я мав починати все з якоїсь стандартної штуки, я почну з доброї гуцульської традиції. У мене є бутилочка, я зараз буду пити, як буду казати, п'ю до тебе, пий здоровий. Ну, ми це не будемо робити зразу паровозом, але по ході інтерв'ю, в ході нашої з вами розмови, в ході фільму будемо це практикувати. Круто. П'ю до тебе, пий здоровий. Ну, ми ж не говорите пий здоровий. Пий здоровий. Тепер на твоя. Ні-ні-ні. Ну, добре, розберемо. Він просто з Донецька. А, окей. Така штука, перше питання. Чому The Edge? А, это... У нас группа образовалась в 2014 году. И нету какого-то одного понятия, что такое The Edge. Это как... Давным-давно придумал это название. Оно... Вот каждый как воспринимает его, так вот это и правильно. Это... У каждого свое понимание этого названия. Край. Да, кто-то воспринимает край как обрыв, кто-то воспринимает край как вот миссевисть якусь. То есть у каждого свое понимание без конкретики, без буквально. Так розумнути давай. Ну так да. Вовчу, подишуся. Думаєте, коли граєте психоделіку і перед тим, як грати психоделіку? Ну от це то же саме, що я хотів сказати по поводу названня. То есть, мы не привязываемся к каким-то конкретным вот ритуалам, там, каким-то значениям, формальностям, там, ничего не делаем перед тем, как песню записать. У нас есть просто вот музыка, которая нам нравится, и желание делать качественно это, делать в правильной стилистике, без позерства. Поэтому как и с названием группы, так и с написанием песен, просто в любой момент может прийти в голову песня, неважно, я могу там... пылесосить квартиру или просто идти по улице гулять, это не суть дела. Это
сесть за гитару и просто себе сказать, что сейчас время написать песню. То есть, типа, не искать вдохновение там откуда-то, а я считаю, что вдохновение есть всегда, и вот просто мы музыканты, поэтому мы пишем песни. То есть, все wow. Предельно просто. Для меня это просто уже стало. Психоделіки, значить, має бути якась речовина, значить, вони відчуваються в стані речовин, значить, ага, вони можуть бути наркоманами. Типу, до вас такої хуйні, типу, люди не говорять? Я говорю, без всяких от этих вот заезжених тем, то есть, без банальних каких-то мотивів, то есть, там, ЛСД і все такое, это не обязательно, ніхто не имеет против этого нічого, но тут без всяких от этих вот заезжених концепцій, вот і все. То есть, ну да, есть характерный вайб, но это все так, лишь атрибуты. Да, да, да. Много кто этим, много групп, из которых пользуются, и как бы вся у них атрибутика с этим связана. То есть психоделика, значит, сразу наркотики, вот, ну типа... У вас на видосику есть фракталы. А? У вас на одном из видосиков есть фракталы. Фракталы. Ну так да, но я же говорю, никто не имеет ничего против, и это, понятное дело, к 60-м годам близкая тема.
Но я же говорю, без всяких вот заезженных мотивов, самое главное, без вот этих картинок интернетных, вот, ага, что я хотел сказать. Типу, вы там, чтобы не сдать тверезая молодежь, там? Не, мы, я же говорю, у нас своя волна, и вот мы на своей волне, как мы делаем, и зачем, я думаю, зачем рассказывать о музыке, если просто классно слушать музыку и вот так ее понимать. Окей, таке питання, чи може бути... Ну, Бодя, ти дуже класно говориш, але я хочу почути голоси інших людей в цій прекрасній студії. Ну, чи... спрашив. Так, ну, ти також можеш під'єднуватися, я знаю, все круто. До речі, передавай цю штучку. Що ти маєш казати? П'ю до тебе. Пий здоровий. Я випиваю, правильно? Ну, трохи там по-іншому мало бути, ну, то вже хорошо. Так, питання таке... А, що за питання? Ага, питання. Чи може бути психоделічний рок... наступним трендом? От недавно була типу хвиля трендовості техномузики. Чи може бути таке чудо, що психоделічний рок бере, якось там виганяється і типу, ну, техно, привіт, але ти вже десь там, а ми вже тут, і ми тепер нова хвиля. Бля, нова хвиля звучить якось по-дебільному, ну, типу, заїжджено. Ну, ми тепер новий тренд. Що чуваки скажете? Ну, ця музика просто піднімається із залежей. Залежей, ага. Ну, то есть... Тренд может быть, но... Такой, как техно, точно никогда не будет. Ну то есть, да. Типа, время техно, я думаю, скоро пройдет. Мы как бы этому способствуем. Но пройдет, и что будет после того, как пройдет? Психологичный рок? Я думаю сейчас, что вот как раз в 20-х годах будет развиваться вот именно музыка андерграундная, но больше инструментальная, больше... То есть, даже вот посмотрите на, как получается, с 2010-х, сколько появилось новых бендов в той же психоделике, или гаражных, или там, не суть дела. И это развивается, и сейчас даже, как к нам чаще-чаще начали приезжать ребята из-за рубежа, и мне кажется, что да, и психоделика там будет занимать очень важную роль в будущем. Ага, ага. Ну просто очень само понятие психоделики, роль. Оно типа может... Ну, бля, оно весьма неоднозначное, то есть... Все, ты разместился просто. Ну да, допустим, та же психоделика, которая, допустим, популярна сейчас, именно в мейнстриме, те же там Тейм Импала или типа того, ну, типа у них мало чего есть общего с той, допустим, иммунитарной психоделикой. Да, да, мы немножко другую, Макс правильно говорит, мы немножко другую психоделику играем, мы вот, у нас именно уклон на винтажный стиль и вот... На звучание винтажное. Да, да, да. Ну, то были такие винтажные, там, Current Vice, там. Ну так да, Дух Джиммі Моррісона, може, десь вас вселився. Та страх і відразу в Лас-Вегасі. Да, все вірно. Thank you.
take what you think you're. Right now you feel out of love. That's what I'm looking for. And no worries for sure. Waiting for my boy's scar. You my kerosene light. Leader of my new зіграти на серзаводі, як вам ідея? Ну, мені взагалі ідея, от фестивалі мені дуже подобається. От чому і нам розказали ребята, от, що буде Вертуха 31-го. І я тоді написав от Андрію, басист, потім з тобою зв'язався. І я от ми з ребятами общаюсь, от момент, говорю, що круто, із-за того, що дуже багато груп, дуже от у нас мало в Україні зараз, по крайней мере, фестов, где вот собираются действительно, ну, большие масштабные группы, из них какие-то ноунеймы, либо наоборот, более знаменитые, популярные. И вот это вот то, что это смесь такая, причем в месте, в котором нам, мы там были на концерте Кигагаку Майо, вот, и нам там понравилось. И нам просто, нам привлекает эта вот идея фестивалей и таких вот масштабных движений. И из этого исходит цель, что мы хотим, чтобы наша музыка распространялась дальше вот повсемирно. То есть, опять-таки, не голимая популярность какая-то, там, рок-звезды и все такое, не. Вот именно это просто расширять, увеличивать масштабы психоделики, чтобы больше людей об этом знало, больше слушали и, да, выступать как можно больше в разных странах, вот да, максимально как это возможно. То есть вы хотите ділитися з тим, що ви робите. Ось так по-тупому звучить ділитися, але насправді дійсно це, напевно, якраз ділитися. Щоб слухали люди, більше, щоб люди слухали і розуміли, що на самом деле стільки класних груп, і так важливо ходити на концерти, платити за це гроші, покупати вінили, і дуже багато груп, які зараз знаходяться, ну, скажімо так, просто десь от андеграунде, где-то совершенно неслышимы. И вот мы хотим, чтобы это поднималось. Больше было новой музыки и новых возможностей для музыкантов. Так усваивать эту неву психоделичного року в Украине. Да, да, да. Мы хотим вот, максимально это развивать. Ну, нехай, в планетарном масштабе. Нехай, все там помогает. Спасибо. Готов? Что? Между собой.